Здравствуйте, с вами будет выступать Воронцов Александр Викторович с очень пошлой песней, ну, что есть, то есть. Кому не нравится, не слухайте. Тут ничего зазорного нету. В общем, это, возможно, болезнь, возможно, и так далее. Кому на Руси жить хорошо, не знаю про всех, а я живу потихоньку, неплохо при том, и сам как хозяин себя. Хочу отдыхаю, хочу водку пью, хочу посмотрю в облака. Короче, хочу передерну затвор, и женщина мне не нужна. Так если какая, конечно, ака, исполнил супружеский долг. Тут в этом, короче, как все хорошо, еще не забыл про то, как надо, куда и зачем так и так, но нету пока такой. Да и зачем она мне нужна, когда я могу жить рукой? И не обязан кому-то я там, как верность свою хранить. Ставлю любую, какую хочу, и хлесть ее прямо туды. Короче, неплохо пристроился я, пока у меня вот так. Ну, если, конечно, чего говорить, не откажусь никогда. Так если какая, конечно, а как исполнил супружеский долг. Тут в этом, короче, как все хорошо, еще не забыл про то, как надо, куда и зачем так и так, ну нету пока такой. Да и зачем она мне нужна, когда я могу кинуть рукой? Какие проблемы, проблемы у вас, счастливые я посмотрю. Как бедный мужик, чтоб семью прокормить, пует и пует деньгу. Зарплаты какие, смешно говорить, а я, ну а я нифига. Кайфую, короче, когда захочу, но будет когда, вот тогда. Так если какая, конечно, а как исполнил супружеский долг. Тут в этом, короче, как все хорошо, еще не забыл про то, как надо, куда и зачем так и так, но нету пока такой. Да и зачем она мне нужна, когда я могу пить рукой? Кому на Руси жить хорошо, не знаю за всех, а я живу потихоньку, неплохо при том, и сам как хозяин себя. Хочу отдыхаю, хочу водку пью, хочу посмотрю в облака. Короче, хочу передерну затвор, и женщина как не нужна. Деградируем. Спасибо.